Вот, мужики, такой способ похода еще. Местные называют его старохтушками. В идеале, конечно, чтобы было 4 человека. Чтобы двое спереди шли в застреле. Метров 50-60 спереди, чтобы шли. Раньше так стреляли, сейчас прошли, что-то ни хера нет. Нор тут стало очень много. Сейчас поедем в гектарьера, возьмем. По норам будем пробовать. А так идешь, если спереди видишь, слышишь, что камыш трещит, значит лиса или шакал идет. Такие дела.